Добрый день, мои дорогие любители вязания! Я рада приветствовать вас на своем канале «Вязание от Ангелины Озимок». Итак, что у нас с вами получилось? Первый элемент кружева. Мы продолжаем вязать его дальше. Вяжем ушко из 5 воздушных петелек. Делаем накид, переворачиваем работу, ввязываем в первый столбик с накидом. У нас их, как вы помните, всего 4. 4 столбика. 2, 3, 4. Провязали 4, делаем 5 воздушных петелек для ушка. 3, 4, 5. Накид, переворачиваем. Вяжем столбик с накидом в первый столбик нашего вязания и продолжаем вязать. 4, 5 воздушных петелек, накид, переворачиваем работу, первый столбик. Столбик с накидом, еще 3 столбика. Еще 3 столбика. И теперь смотрите, еще одно ушко. 5 воздушных, накид переворачиваем. Первый столбик, столбик с накидом. Еще 3 столбика. Теперь самое главное. Мы с вами считаем ушки. Это основное. Вот такой полуэлемент. 2 ушка просчитали. На втором ушке, с обратной стороны мы начинаем соединять. Мы начинаем провязывать этот же элемент, только в другую сторону с округлением. Помните, мы провязали с вами 3 соединения. 3 соединения. Точно так же, как мы вязали в самом начале. Раз, два, три. 3 соединения. Теперь повторяем 6 воздушных петелек. 6. Начинаем собирать наш хистон. 2 накида, вводим соединение, вяжем столбик 2 накидами, не довязываем. 2 накида, в центр соединения, крючок, столбик 2 накидами. 2 накида, соединение ровно по центру. Вот, 4 петельки. Провязывая их вместе, делаем 3, 1, 2, 3, ушко свободное, соединяем, делаем 3, 1, 2, 3, переворачиваем, вязание переворачиваем и закрепляем по центру наших 6 воздушек, помните, 3, накид в первый столбик в кау, вяжем 4 столбика с накидом, пять воздушных петелек, накид, переворачиваем. 1 ряд закруглений, и мы связали с вами 2 ряд закруглений.
Видите, ну, теперь что мы делаем с вами? Три воздушные петельки мы соединяем, смотрите, вот, сучка, противоположной стороны. Три воздушные петельки накид, переворачиваем работу, вкалываем в столбик, вяжем продолжение. Таким образом у нас получается с вами брюкское кружево. Вот посмотрите, вот таким образом, либо вот таким образом, вот внизу закругление, вверху закругление, вот таким образом. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. А готовые вязаные изделия вы можете приобрести на моем сайте.